Седьмое из средств достижения счастливой жизни – всегда смотреть на тех людей, удел которых меньше. Одним из самых полезных и самых действенных средств достижения счастья является метод, который нам заповедовал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умалять те милости Аллаха, которыми Он вас облагодетельствовал. Хадис передали Бухари и Муслим. И если верующий воспитывает в себе такой взгляд на мир, то увидит, что очень многих превосходит в своем благополучии и пропитании, в каком бы он затруднительном положении ни пребывал. Это является верным способом устранения печали и скорби, а также обретения удовольствия и радости милостям Аллаха, в которых он превосходит остальных, не обладающих этими милостями. Поэтому размышления над явными и скрытыми благами Аллаха в религиозных и мирских делах помогает узреть, что Господь даровал человеку множество благ и уберег его от различных бед. Нет сомнения, что осознание этого устраняет печаль, вселяет радость и веселье.